Традиция с особым смыслом. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии за духовное возрождение и спецпремии деятелям культуры, искусства и спорта. Этой традиции в нашей стране более четверти века. На сцену Дворца Республики за заслуженными наградами поднялись те, кто посвятил себя сохранению духовных истоков. Мир – важнейшая ценность, и в Беларуси знают его цену, отметил глава государства. Мы подводим итоги культурной и духовной жизни минувшего года. Он привел на эту сцену необыкновенно талантливых, чутких, искренне преданных своему делу белорусов. В том числе, благодаря им, мы достигли поставленных целей года мира и созидания. Тем самым стали духовно сильнее и еще увереннее. Особенно на фоне событий, которые происходят вокруг нас. Для нас очевидно, мир – это важнейшая ценность для любого народа, особенно белорусского. Потому что мы знаем его цену. За сохранение памяти о геноциде отмечена Генеральная прокуратура. Особенностью этой премии стало то, что среди награжденных много людей в погонах. Это военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра, а также Полоцкое кадетское училище, которое окончил и герой Беларуси, летчик Лидской штурмовой авиабазы Никита Куканенко. Своих героев прошлого и настоящего мы знаем, помним и чтим. Эти люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу. В них мы видим силу духа белорусов. В числе лауреатов и представителей Гродненской области высокой награды наши земляки удостоены за значительный вклад в реализацию творческих проектов по сохранению традиционной культуры Беларуси, проведение каравай-феста «Батькова булка» и работу по сохранению традиций изготовления гобеленов. Мы формируем будущее Беларуси, сохраняя наше культурное достояние, возрождая старинные традиции народного мастерства и творчества в фестивалях и праздниках, давая новую жизнь с шедевром высокого искусства, встречая первыми появившихся на свет малышей, воспитывая подрастающее поколение на исконных духовных ценностях, проявляя милосердие и принимая участие в судьбе соотечественников, нуждающихся в особой опеке, поднимаясь во славу Родины на спортивный Олимп, помогая покорить эту вершину своим воспитанникам, освещая победы наших атлетов в средствах массовой информации.